Скажите, сахарный диабет снижает. Это что такое? Вот это вот. Да, вот это. Это шкурки, фасоли. У меня муж с сахарным диабетом мучился. И умер от инсульта. Сахар снижает конкретно, это я точно знаю. Я сама в аптеке работала. Все, что в аптеке было, перепробовала на нем. В аптеке бесполезно. Все перепробовала. Вот это снижает. Что у вас повышает? Даже не питание, а вот это как псих. Чуть стоит расстроиться, мгновенно вскакивает. Я сама проверяла ему сахар, инсулин, калорий. Это я все отлично прошла. А что шкуре надо делать? Заваривать. Его надо посечь мелко-мелко. Ага. Ну как мелко? Порезать хотя бы ножницами, чтобы вам, чтобы вы померили полную сверху ложку столовую. И завариваете минут 7 на медленном огне в стакане воды. Емкость такая, 250. Да. Потом процедили. И вот это вот вы выпиваете за 2 или за 3 приема. И проверяйте сахар, как у вас будет работать. То есть либо за 2 приема вы это выпьете, будет сильнее снижать, либо за 3 приема может он. То есть в зависимости от вашего состояния, какая у вас поджелудочная сейчас, она работает у вас хоть что-то, или она там уже, она самая вредная. Поджелудочная — это самая вредная вещь. Да, согласен. Совсем можно договориться с печенкой, с чем угодно, но с поджелудочной хрена не договоришься. Операции уже делают сейчас. Поджелудочной операции лучше не надо. Если вы жить хотите, лучше не надо. Вы все это прошли уже. Лучше это не надо. Да. Можно печенку оперировать, можно сердце, можно что угодно, только не поджелудочной. Так что. Сколько это стоит? 50 рублей. 50 рублей. Завтра вы будете? Не знаю, может и буду. Я не уверена, буду я или не буду, не знаю. А вы обычно с утра приходите или когда? Когда время есть. Да. Но у меня в запасе это есть много, потому что мы сами тоже пьем. Там не только сахарный диабет, там еще есть вещи интересные. Почитайте в интернете, вы увидите. Сами. Называется, значит, стручки и фасоли, да? Да, да. Створки. Створки, да, створки. Как? Створки. Створки? Ну да, но стручок это со закрывают с фасолью, его. Да, а это шкурка такая. Фасоли лечат при болезни поджелудочной железы. Да, хорошо работают. Работают точно.